Всем привет! Иду к бате в гости. Идти недалеко. Вот он наш Сабатсюра. Идти тут буквально через дорогу. Итак, дошел до бати, пришел в гости. Вот так вот встретил сына. Горит каминчик. Здесь у нас первачок. Мутненький. Сейчас так, будем наливать. Так, не забудь сказать, что не с простого. Не с простой брали. С виноградного, да. С винограду, да, вино перегнали. Мутное, потому что жаба душила, брали до последнего, пока уже мутняк не пойдет. Но с винограда это позволительно. Это с браги мы бы, конечно, такого не делали. Курим деревенский табак. Точнее, батя не курит, я курю. Здесь вот холодец. Здесь батя уже без меня рыбку начал кушать. Да ладно, шучу, я уже здесь давно ее кушал. Холодец с домашнего петушка. Вот. Тазик с дровами. Здесь вот дровник находится. Там дров хватит, блин. Столько самогонки нет. Точнее, чачи, сколько этих дров. Запасаемся, а вдруг Россия газу не даст. Да, сегодня дадут. Дадут? Да. Ну, если дадут или нет, а у нас всегда есть свой газ, дрова. Вот нет, такая красота. У нас будем нефть, газ качать. Вот, друзья, у меня есть такой план. Заснять вот это пламя, вот без всяких разговоров, без ничего. Вот так вот камеру выставить. Ага, что-нибудь подложить надо. Вот так вот. Камера, правда, нагреется очень сильно. Заснять. Видео для каминов. Ну, знаете, вот любят вот на таких вот телеках врубать. Любят врубать камин и сидеть наслаждаться. Вот здесь у нас, я уже в прошлых видео показывал, но кто не видел, бочка с вином. Еще. Включи этот... Так а зачем ему телевизор? Ну что, показать? Чи не надо? Он камин нашелся. Да, вот такой вот камин. Кстати, создал батя канал, но сейчас без компьютера пока что не могу выложить. Да, сделано все своими руками. Батя будет снимать, вот как он вот это все строил. Сколько ты его переделывал раз? Два раза. Два раза переделал, первый раз что-то не понравилось, сделал второй раз. Вот такой камин получился. Друзья, своими руками, посмотрите, вот наймете рабочих, тут такого не будет. А тут, представляете, для себя, ну все вот это вот ну, точно, тут, да, тут микрометром. Армировано. Тут микрометром все измерено. Да. Не рулеткой, не линейкой, микрометром, вот такой камин. Это, кстати, очень старинная штука. Но эти уже подарили. Это уже современные. Но оно видно. Разницу. Тут бардачок такой небольшой. Но это вот... Не забудь просто... сказать, что сидим, балдеем, пьем водку. Какая водка? Что ты оскорбляешь наш мощный самогон? Ну ладно. Это оскорбление, водка. Ты шо, это чача. Это свина, это не брашка. Это... Не сахар с дрожжами, это чистое вино. Так что, наливай. Вот. Да подожди, человек. Засниму. Ну, я же заснимал. Вот. Вот, тут вина. Вот мы перегнали один бутыль. Перегнали второй бутыль. И вот. Это уже то, что пить. Причем перегнали необычное вино. А сколько там трехлетняя, по-моему, или двухлетняя выдержка была? Ну там немножко оставалось. Двухлетняя выдержка, по-моему. Вот, так что это не хухры-мухры. Ну под такой вот вид вообще классно. Мне кажется, нам сейчас все завидуют от такого вида. Вот, звук. Ох, жар тут такой, да, тут камеру, конечно, оставлять нельзя, но разве что
только на таком расстоянии. В принципе, можем даже на таком расстоянии оставлять ее. Просто вот так вот делаем. Маленький фокус и все. Так, наливать или нет? Наливай. Давай. Давай выпьем за то, что у меня уже 5000 подписчиков, а я еще не снимал видео. Будет больше. У меня уже 5011. Эх. Ну что? За вас, друзья, за 5000 один из подписчиков. Будет 10, выпьем и за вас. Ну и так, вам огромное спасибо, уже цифра такая внушительная. 5000. Что такое 5000? Это 15 километров, если вас выложить. Врет. А сейчас холодить. Да. Не очень тепло, уютно. Очень даже хорошо. О, а сейчас трубочку с самосадиком. Самосад, я уже рассказывал на стриме, не поверите. Какого он? 80... 88-го или 87-го года самосад. Ребушка. Не. Не хочешь? Не, пока нормально. Вот так, друзья, мы и отдыхаем. Вот такие хоромы. Мы люди, конечно, ниже среднего достатка, но вот у бати руки золотые, он моет, умеет из ничего делать вот такое вот. Смотри сам. Сейчас подкинем дровишек. Надо спаливать то, что мы скопили за осень. Дрова гниют. Деревья хорошие мы не пилим. Пилим то, что гниет. Спасаем деревья. Мы ж не такие вот, как некоторые, которые воруют это все с посадок. Сейчас там такое пламя будет. Так, друзья. Вот такое у нас сейчас пламя. Благодаря этому камину мы платим очень мало за газ. Потому что вот жар большой. Боюсь, чтобы камера не сломалась. Сейчас попробуем увеличить. А там дальше. Там стоит теплообменник. О, все, я назад ухожу. Там стоит теплообменник. Он принимает на себя весь тепловой удар. Весь тепловой удар разносится по батареям. Градусов примерно 40-45. Примерно так. Вот. Камином можно отапливать помещение. Не можно, а отапливать. Да, не можно, а отапливать. Отапливать можно, получается. Но пока отапливаете помещение, тут можно, блин, конкретно так залипнуть на пламя. Огонь, воду и медные трубы, можно так сказать. Красота.